Путин разрушает и пытается разрушить жизнь не только в Украине. Он гораздо более разрушительный эффект осуществляет для России. Он уничтожает Россию гораздо большими и быстрыми темпами, чем Украина. И последствия его правления будут катастрофическими, фатально катастрофическими. Вот это мы должны четко понимать. Но это будет в будущем, но это обязательно наступит. Поэтому вот она такая ситуация. Правление Путина каждый день отбрасывает Россию не только назад, но и разрушает то, что есть. То есть его, он, по большому счету, разрушитель. Он не созидатель. И последствия будут просто катастрофы. Последствия и итоги его правления будут фантастической глобальной катастрофой и национальной катастрофой России совершенно точно.